Ну что, привет, пацаны. Продолжаем идти в добрососедство. По пути хреначу всех подряд. Ну, кроме своих, конечно. Да, хочешь жрать, пожрали. Вот так вот пойдем. Вот опять нажал назад. А сколько назад другой кнопки. Так, не здесь. Ну, короче, прямо и направо. Поехали. Так, впереди я что-то наблюдаю. Райдерская. Точно. Ну, значит, у нас опять пострелушки сейчас будут. Так, ну, по идее, нам надо куда вам, да? Но я не успокоюсь, пока не пострелю. Ну я ж попал, не, ну 100%, ёпта. Куда пуля, блядь, пропадает, ну? Вот опять, блядь, сука. Больно, 100% зацепил. Ну, сейчас, да, промазал. Миллиметр был. Так, взяли уровень. Да, кстати, надо будет, наверное, при записи сделать помедленнее и посмотреть. Так, это у нас получается марки, да? Не хочу туда идти. Там, по идее, ничего интересного. Я потом туда пойду без записи постараюсь. Дайте помогу. Так, прямо и потом налево. Там, кстати, еще один квест. У нас должен мужичок найти сначала. Так что этих убивать не советую. Так, как долго, да, долго идти. Перекресток будет и следующий, да, на следующем перекрестке налево. Интересно, это за перекресток считается, нет?
Вот опять какое-то здание. Но мы туда не пойдем. Я туда пойду без записи. Набивать очки. Поднимать уровень. Так, там, блин. Ну, ни хрена себе. Разгуливает тут, блядь. Вот здание Mass Fusion, да? Там, по-моему, будет какой-то квест. Но тут стрелки. Внутрь не пойдем, охрану поубиваем. Блять. Так, значит, нам надо туда, да? Туда мы сейчас пойдем. Только соберем шмотье с этих снайперов, стрелков, то есть, блядь. Да, вот тоже что не нравится в этой игре. Какое-то все однотонное. Хотя вроде вот здесь зеленое, вроде бы как, да. Но все равно вот тут вот однотонное, блять, однотонное. Ну не знаю, может так и должно быть после ядерной войны, блядь. Наверное, с новой пыли на зданиях. Ну просто вот, к примеру, шматьё, да? Ну, блядь, только серые и белые, блядь. Точнее, серые, несколько оттенков серого. И даже тела серые, блядь. Хотя вроде рожа, блядь, и волосы нихуя не серые, но кажется, что серые. Могли бы как-то разнообразить. Ну не поверю, что после, блядь, ядерной войны, 200 лет прошло, блядь, и все шмотки только серые, блядь. Что волосы никто не красит, блядь. Даже индейцы в племенах, блядь, и то себя раскрашивают. У которых нихуя ничего нет. Так. Где-то... Далеко добрососедство. Вот не знаю почему, но вот сколько уже играю, постоянно добраться до добрососедства для меня представляет трудность.
мы здесь уже были в какой-то части. Так, по-моему, дошли, вон там она. К нему все через какие-то буераки попадаешь. С той стороны я вообще не помню, что сюда заходил. А там машина преграждает путь, да? Там тоже какая-то хрень. Так, на карте где-то вот здесь, да? Сюда потом пойдем с этим детективом по квесту. Up there. First time in Good Neighbor? You can't go walking around without insurance. You better back off, or you're the one who's gonna need insurance. Well, hey, all right. We'll just say your insurance is paid up for now, okay? Мужик с железными яйцами. Through the gate the first time, they're a guest. You lay off. На мужика силовой броней, what да? Do you care? He ain't one of us. Soft handcuff. You keep letting outsiders walk all over us. No, не прав. Гостей надо уважать. This is me we're talking about. Эти яйца ему сейчас оторвут. Why'd you have to go and say that, huh? Breaking my heart over here. Now I know you had old Finn handled back there, but a mayor's got to make a point sometimes. You all right? I'm fine. Thanks for taking care of him. Good. Now don't let this incident taint your view of our little community. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Yeah, I feel you. Good. You stay cool, and we'll be part of the neighborhood. So long as you remember who's in charge. Конечно, шеф, я понимаю, кто здесь главный. Блять, главное, ничего тут не трогайте. Меня вот за эти две бутылочки убили. Ну, самое опасное из них вот эта сучка. Так, надо починиться. Правая рука. Голову тоже надо. А левая нога. А правая нога где? Правая нога уже есть. А левая рука. Так, все нормально. Вот мы пришли в добрососедство. Самое главное, что нам тут нужно, это торговцы. Вот это опасная штучка. Желательно ее не залить.
Так, вышло 5 штук. Так, затарились, даже малость денег получили. Пошли ко второй торговке. New face walks into my store, and you're not even screaming yet. Very polite. You let me know if anything catches your fancy. I'll take a look, sure. It's a little bit of everything. Вот под этот мы брали патроны. Думаю, что это он и есть, да? Ни разу я с ним не ходил. Когда за институт будем играть, его попробуем. Так, ну вроде все. Ну, а потом я взял эти бутылочки автоматом. Их нельзя брать, но у меня автоматом получилось. И тут такая пальба пошла, блядь, что пиздец. Ну, по идее, там, если пойти дальше, там гостиница, кабак, там, блядь, бабы туда-сюда. Можете сходить. Поглядеть, сохраниться. Да, блин, мы, наверное, туда и пойдем. До сохранялки далеко. Ладно, пойдем заглянем в гостиницу. По бабам не пойдем. Упс. Вот туда если пойти, там можно квест взять, короче. В конце квеста вы пристрелите этого... главу этого добрососедства. Вот кабак. Это дом памяти. Куда вы пойдете с детективом? А вон отель. Где мы сейчас поспим? После отеля. Следующем видосе мы пойдем спасать детектива. Ну и по пути, конечно, будем всех вырезать. Так, привет, Клэр. Oh man, someone new. You need some jet, man. Home brewed, reasonable prices. Надо наркоту предлагает-то.
Before you even start, let's get to the point. We have rooms, one room specifically. Payment due up front. Here's your money. The room is on the top floor. Снимаю я комнату. When you come to the hallway, it's the last one on the right. Да, будь я тут крайне осторожен, блядь. Я в тот раз выходил, сверху прыгнул вниз и стал им врагом, блядь. Кстати, в начале игры, помните мужичка, который вам предлагал в убежище записаться? Вот он. What? Да ладно, родное лицо, еб твою мать, как ты изменился. Постарел за 200 лет-то, блядь. Sanctuary. What? You don't remember me? I saw that space in the vault. Я тебе то место в убежище дал. А меня туда не взяли, блядь. But you, look at you. 200 years. The vault had these. What? Well, look at me. Don't take this the wrong way. You know. Oh God. You could head back to Sanctuary. Ну, отправляем в Санктуари. Really? Пусть там бедняга поживет. Окей. I'll help. Ну все, сохраняемся. На этом все. До следующего видоса. Всем удачи. Подписывайтесь на видосики. Ставьте лайки. Пока.